Смена пролетела незаметно, хочется остаться здесь еще. Так говорят воспитанники детской площадки «Радуга» в Удачном. Там завершился первый сезон и сразу же стартовал второй. На этот раз он пройдет под девизом «Страна талантов». Ребят ожидает культурно-развлекательные и спортивные программы, которые помогут им раскрыть разные способности и развить таланты. Например, некоторые из детей уже готовятся к всевозможным творческим соревнованиям. Сегодня площадку посещают более 100 детей, и организаторы говорят, путевки на второй сезон еще остались. Приобрести их можно в профсоюзном комитете своей организации. Стоимость – 6500 рублей. В дальнейшем членам профсоюза возместят 20% от этой суммы. Сезон продлится до 15 августа. Сейчас у нас как бы есть еще такая возможность, да, реализовать еще порядка 15 путевок. То есть, если есть желание у кого-то, либо приезжают вот из отпусков, что детей некуда деть, пожалуйста, приходите и будем, скажем так, принимать всех ваших детей.